Всем привет, ребят! Хочу вас пригласить сегодня в фитнес-пространство Athletic Pro на одну из наших групповых тренировок. Это одно из наших ключевых направлений, которое называется кроссфит и функциональный тренинг. Сегодня немножечко попробуем поделать движения из тяжелой атлетики и немножко функционала. Поехали! У нас будет довольно-таки интенсивная разминка с использованием диска, во-первых. Это суставная разминка будет. Вторая часть ЕМОМ на 12 минут. Поделимся с вами на три группы и поработаем фиксированное количество повторений в начале каждой минуты. У нас будет аирбайк 10 калорий, трастеры 10 повторений, тяга гири сумок подбородку и планочку 60 секунд поддержим. Друг за другом, да? Последовательность только соблюдаем и все. У нас будет 12 становых, 9 протяжек и 6 взятий. Каждые 3,5 минуты мы должны будем с вами сделать 27 движений. И будем работать в формате unbroken. То есть мы штангу ни разу не ставим на помост. Мы все движения отрабатываем, не ставя ее. Касание и отрабатываем. И разбираем диски по 5 килограмм и переходим на площадку. Движения всего 4. Начнем с первого. Это быстрое вращение вокруг головы. Используем максимально широкую амплитуду. То есть не короткая вот эта вот фигня, да? Максимально широко раскручиваем. 10 повторений в одну сторону, 10 повторений в другую сторону. Поехали! Есть, годится. 10 приседаний с вытянутым диском перед собой. 10 раз. Поехали. 10 хороших глубоких наклонов. Для того, чтобы у нас включилась задняя поверхность бедра и ягодичная мышца. 10 раз. На выдохе. Больше коленки подгибай, ты на прямых ногах просто начинаешь это делать. Чуть-чуть больше. Хорошо. Лопатки сведены ровно, годится. Хорошо. И последнее движение в этой связке. Касание, протяжка. 10 раз. На выдохе. Перед собой. Угу. Годится. Еще 2 таких круга. Погнали. Еще сильнее раскручивай. Амплитуда больше. Вот так. Делали приседания. Поехали. Хорошо. Руки прямо, Саш. Вытяни локти. Локти, локти, локти. Ноги уже поставь. Мне не нужна такая широкая стойка. Ребят, смотрите, такая разминка позволит максимально эффективно подготовить суставы к интенсивной работе, подготовить сердечно-сосудистую систему тоже для той же интенсивной работы, чтобы у нас не было травм и чтобы тренировка получилась более эффективно. Ты начинаешь ей махать, а мне нужно, чтобы ты протянула ее по себе. Да, это важно. Хорошо. Надо снимать не как они делают упражнения, а как они к ним готовятся. Это все такие кривые, просто ужас. Давайте немножечко ускоримся. Я ставлю обратный отсчет 1 минута. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Поехали. Поуже берем. Поехали. Камол, не смотри наверх, на меня смотри, вперед, вот сюда. Вставляем вот сюда, да, выпрямление. Потерпи, братан, потерпи, давай, давай, давай. Что сейчас, тяга сумок подбородку, поехали. Руки уже чуть-чуть, делай. Хорошо. Вот так. Витя, локти выше, пожалуйста. Да, хорошо. Короче, прикол в том, что вас, ребят, нужно звать на каждую тренировку, чтобы вы снимали видос, потому что так выпендриваться только можно, видимо, на камеру. Тренер, можно это сделать? Да, нет. Хорошо. Ром, пересел на детский велик. Немножко жестче фиксируйся наверху. Начинает болтать. Оп, зафиксировалась. Напрягла пресс, спину, задницу тоже напряги. Продолжаем. Да фигня осталась, ребят. Это 7-я минута. Что такое, малыш, устал? Не называй меня там. Ты чё? А? Отдохни, отдохни, отдохни. Да побыстрее вы чуть-чуть. Ну давайте, чуть-чуть. Давайте, ножками, ручками. Вот, все. Последний интервал, друзья. Кто-то накосячил и сбил порядок. Почему сейчас в планке 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек? Должно быть только 3, кстати. Все, время закончилось. Подъем, принцесса. Устали, что ли? Они устали, наконец-то. Первый раз у меня получилось их ушатать. Сделаем связку. 12 становых тяг, 9 протяжек до подбородка,
6 взятий в стойку, либо в полуподсед. Допускается подсед вот в таком формате. Небольшой, чуть-чуть. Погнали. Пошире возьми ее. Ноги уже поставь. Ноги, ноги. Вот так, хорошо. Выше, 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 выше. Как будто бы пытаешься с ней выпрыгнуть. На носочки становись в итоге. Вот так. А, мощнее. Да, хорошо. Река, локти быстрее подворачивай, пожалуйста. Вся фишка вот в этом быстром движении. Вот здесь, да. А знаете, в чем самый-самый прикол на этих тренировках? Настолько разные люди все собираются. Кто-то вот, допустим, Валера, он борьбой занимается. Витя когда-то занимался кикбоксингом. Рома вообще бегун, бегает по 20 километров, вообще не устает. Вот, кто-то вообще спортом никогда в жизни не занимался. И фишка в том, что вот все одновременно работают, все в одной группе, все в одной связке, и всем нравится, все общаются, все коммуницируют. И все как один. И плюс еще интересно то, что настолько разные возрастные группы, кому-то уже за 30, кто-то еще студент вообще. И причем разницы вот между ними колоссальной нету. По эмоциям, по состоянию. Это для непослушных. Даже не представляете, сколько боли эта штука приносит. Да, устал я. Они на камеру показывают, что им тяжело, на самом деле нет. Раунд, поехали! Че, Валер, может добавим тебе? Надо потерпеть. Тут везде все в режиме предварительного утомления. Да неужто вы устали? Слава богу. Получилось. Последний подход, когда у них уже руки отказывают. Когда они меня уже ненавидят все. В конце самые интересные будут эмоции и чувства. Приходите в Athletic Pro и получите хорошую порцию качественного садизма. Если устал Валера, покажите Валеру. Вон Валера, покажите Валеру. Валера, если устал Валера... Хорошо. Так вот, если устал Валера, значит тренировка классная. Все, хорошо. Потому что обычно... А, не устал, да? Хорошо. Но все равно тренировка классная определенно. Если я буду с ними заниматься, то мне не хватит времени смотреть за каждым, к сожалению. Как бы я ни хотел, как бы они меня не подзадоривали, но приходится смотреть за ними больше. Вот и все. Они же как дети малые в основном. Тем более очень много технически сложных движений, и каждый нюанс, он очень важен. Давайте, ребят, последний интервал, чуть-чуть потерпеть, и все, и мы закончим на сегодня. Сделайте вид, что вам очень тяжело, пожалуйста. Прямо пыхтите, прямо. Вот, давай, давай. Давайте покряхтим немножко, давайте. Вот. Хорошо. Только Вика не устала, да, Вика? Вообще не устала. Классно. Классно, классно. Все, Валера сдох. Да, я первый раз его вижу таким, кстати. Вот настолько, что он поднять ее не мог. Ладно, давайте сделаем, что тренировка была классная. Немножко похлопаем друг другу. Ей! Ребят, я надеюсь, вам понравилось, и вам было реально интересно поучаствовать с нами, поприсутствовать на этой тренировке. Я вам могу только пожелать одного. Вы можете стать еще лучше только вместе с Athletic Pro.